очень рады, что мы можем на таком большом расстоянии с тобой общаться. И мы очень рады, что можем с тобой держать связь. Мы бы хотели тебе бы спеть песню для настроения. Поем? Поем. Да! Где-то песня сочинилась, и со скоростью ракеты в то же время очутилась на другом краю планеты. Мимоходом, мимолетом, по теплоходам, самолетом, адресованная кругом, другим трещинка по кругу, потому что круглая земля. Может, среди твоих знакомых тоже найдутся друзья? Пишите нам. И пойдем.